Rainbow English, учебник, 4 класс, 2 часть, Unit 5, Step 4, упражнение номер 7. Маленький Бен хвастается своими игрушками, и нужно сказать, что он говорит. То есть употреблять он будет, как мы видим по примеру, превосходную степень сравнения. То есть что-то будет самое у него самое. Поэтому смотрите, у нас будет, допустим, дан вариант «my turtle» – это «моя черепашка». Затем прилагательное «slow» – это «медленный». А мы должны произвести предложение «моя черепашка самая медленная». Ну, как бы, скажем, как хвастовство. Итак, для того, чтобы поставить эту превосходную степень, у вас правило, кстати, вот идет. Кто пропустил, то вот оно все написано. Если что, у меня в папке обучения также есть видео, посвящено этому правилу. Но в двух словах, как оно производится. Ставите, ну, глагол не зависит, это не к этому правилу относится. Просто помним, что глагол этот is у нас тут должен стоять. Затем артикль the – это то, что должно стоять. То есть определенный артикль the, затем само прилагательное slow. И самое важное – это не забыть к нему окончание est добавить. То есть окончание est указывает на то, что это что-то самое-самое. Так что на самом деле нам просто главное не забыть три элемента. То есть это артикль, это поставить само прилагательное и добавить хвостик est. И у нас получится превосходная степень сравнения. Поэтому давайте писать, что же у нас должно получиться. В первом случае – my little white cat – мой маленький белый кот. Затем cute – милый. Получается, он хочет сказать «мой маленький бедный кот самый милый». My little white cat is – это мы помним по старой грамматике, без глагола в английском нельзя, поэтому поставили is, он не переводится. Ну а затем вон те три элемента. Пошел первый – the, затем вы списываете cute. Ну, так как у вас «и» стоит в конце, то нам не надо «est», нам просто нужно добавить «st». То есть получилось «cutest». «My little white cat is the cutest». «Мой маленький белый кот самый милый». Второе. «My toy tower» – «моя игрушечная башня». «High» – это «высокий». Получается «самое высокое». Это мы списываем. My toy tower is поставили, а затем три обязательных элемента the поставили, high списали, est добавили. My toy tower is the highest. Моя игрушечная башня самая высокая. Третье. My carpet – это мой ковер. Wide – широкий. My carpet is the… И опять же, wide заканчивается на i. Значит, просто st добавляем. My carpet is the widest. Мой ковер самый широкий. Четвертый. My bedroom, моя спальня, light, светлая. То есть самая светлая. My bedroom is the... Ну, здесь просто мы никаких исключений не заметили, просто ставим est. My bedroom is the lightest. Моя спальня самая светлая. Пятое. Мое фото. О, кстати, они нам тут, видите, помогли, из уже сами начали ставить почему-то. То есть мы уже тут-то и так знаем. Моя фотография big, большая. My photo is the. Ну, а вот здесь немножечко нужно уточнить. Есть небольшая тут исключительная особенность. Big. Вот это прилагательное, ну, как и многие другие, оно заканчивается на следующие, как бы скажем, буквы. То есть, смотрите, согласное, гласное, согласное. Вот в таких случаях, если они у вас последние три буквы именно такие, то есть именно согласное, гласное, согласное, вы должны удвоить вот эту букву. Biggest. My photo is the biggest, с удвоением biggest, то есть это у нас моя фотография самая большая. Шестое. Моя собака strong, это сильный. Получается, он говорит, что моя собака самая сильная. My dog is the strongest. Тут никаких
особенностей нет, просто ESG добавили. Седьмое. Велосипед. New — это новый. My bike is the newest. Тут все нормально, тоже без исключений всяких. То есть мой велосипед самый новый. И последняя восьмерка. Town — это город, вы знаете. Old — старый. Мой город, ну или городок, самый старый. My town is the oldest. Тоже ничего там изменять, добавлять не нужно. Мой городок самый старый.